На ледовой переправе Тобольск-Бекерово открыто движение для автомобилей весом до 15 тонн. Теперь по Зимнику на левый берег Иртыша можно завозить продукты питания и предметы первой необходимости. Толщина льда уже 45 сантиметров. Переправа трехполосная, ее протяженность 900 метров. Контроль за состоянием дороги ведут регулярно. Когда лед станет 92 сантиметра, запустят движение и для большегрузов до 60 тонн. Произойдет это в конце декабря, начале января. Пользуюсь каждый день. Преимущество в том, что очень быстро переезжая на тот берег, экономится время и деньги. У меня там дети живут, надо с внуками посидеть, со школы встретить, и уроки сделать, и домой потом спать-то уже. Потому что целый день-то в городе тоже не находишься.